В преддверии Дня российской науки на площадке МИЭТ, особой экономической зоны Технополис Москва, прошла торжественная церемония начала строительства нового комплекса зданий. В нем разместится инновационный центр проектирования, инжиниринга, трансфера, технологий и специализированной подготовки кадров в области электроники. Приоритетными направлениями работы центра станут биоэлектроника и технологии 3D-сборки. В начале церемонии свои напутственные слова сказали префект Зеленоградского административного округа Анатолий Николаевич Смирнов, генеральный директор Технополис Москва Геннадий Валентинович Дегтев, ректор МИЭТ Владимир Александрович Беспалов, генеральный директор Зеленоградского инновационного технологического центра Сергей Михайлович Портнов и депутат Московской городской думы Андрей Михайлович Титов. Следующей частью мероприятия стало открытие памятной таблички на месте строительства. Комплекс расположится рядом с МИЭТом и будет состоять из двух зданий высотой 5 и 11 этажей. В них специалисты МИЭТ и ЗИЦ будут разрабатывать, исследовать и внедрять новые электронные разработки. Одной из целей проекта является создание более 1000 новых рабочих мест. Ежегодно в центре смогут обучаться и проходить практику более 300 студентов по ключевым для сферы электроники специализациям и направлениям. Инновационный комплекс планируется ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.